В Нью-Йорке демонтировали табло, на котором последние четверть века отображался размер американского госдолга. Это случилось после того, как его сумма побила рекорд, превысив 20 триллионов долларов. Городские власти заявляют, что вернут счетчик на Манхэттен, как только усовершенствуют дисплей. Но, по мнению простых американцев, случится это едва ли. Цифры убрали с глаз долой по принципу «если не видишь проблемы, значит ее нет». К слову, на днях Дональд Трамп в очередной раз повысил верхнюю планку госдолга, чтобы вписать в бюджет все расходы, включая помощь регионам, пострадавшим от урагана.